не надо ничего делать. Вот. Хорошо. Смотрите, у вас по... Я виноват. В этом крепко выпившем мужчине, еле стоящем на ногах, пожалуй, довольно сложно узнать заслуженного артиста страны Михаила Ефремова. Эти кадры, а еще момент смертельной аварии на Смоленской площади в Москве, уже вторые сутки обсуждают все российское сообщество. Вечером 8 июня черный джип под управлением нетрезвого актера пересек двойную сплошную полосу и врезался в легковой фургон. Сам Ефремов не пострадал, а водителя курьерской машины с множественными травмами доставили в больницу, где на следующее утро он скончался. Вы помните, что произошло вчера в 21:44? Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. Вы были пьяны? Вероятно. Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами это говорить. Вы признаете себя виновным? Ну, конечно, куда я денусь? Погибшим оказался Сергей Захаров, 57-летний житель Рязанской области. В Москву он ездил на заработки. 2 года назад устроился в магазин по доставке морепродуктов. Но постоянно возвращался домой к семье, ухаживал за пожилой мамой, рассказывают соседи погибшего. У него осталась супруга и 2 детей. Вот он постоянно здесь, потому что он ухаживает за мамой. Сомнений в том, что Михаил Ефремов пьяным сел за руль, судя по этим кадрам, с места аварии нет. Да и положительные результаты анализа на алкоголь объявлены официально. В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле, что равняется выпитой бутылке водки, а также следы наркотиков. В отношении артиста завели уголовное дело, ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Накануне суд отправил его под домашний арест. И теперь Ефремов, привыкший часто быть в центре внимания публики, зрителей благодаря своим известным ролям, уже 3 сутки практически круглосуточно под прицелом десятка журналистских камер. Репортеры дежурят у дома Ефремова, у его квартиры, ждут у дверей суда. И пока жизнь Ефремова больше напоминает реалити-шоу, в ток-шоу на федеральных каналах развернулась бурная дискуссия, какого наказания заслуживает артист. Ведущий программ Андрей Малахов на телеканале «Россия» и Дмитрий Борисов на Первом канале буквально разделили родственников погибшего водителя по своим эфирам. А все вчерашние вирусологи и специалисты по конституционному законодательству оперативно переквалифицировались в автоюристов, наркологов и прочих экспертов и принялись сознанием дела обсуждать детали произошедшего. Вот, к примеру, мнение комментатора Дмитрия Губерниева и журналиста Эдуарда Петрова. Вот вопросы к коллегам артистов, а многие сейчас молчат, вот эта солидарность, там иные приехали сразу же на место преступления поддержать там или так, то есть соболезнования, да, высказывают, но где же, собственно, вот все эти ремарки про Ефремова, где же, собственно говоря, про даже не осуждение конкретно его, про пьянство за рулем, он что, первый раз пьяным выезжал? Суть это простое дело, абсолютно дело. Простое ДТП, к сожалению, со смертельным исходом. Да. Человек должен сесть в тюрьму. По статье 264. Но он дома и блюет. Давайте наведем порядок. Будем надеяться, что это произойдет. Журналисты уже сутки, а вы ничего там не делаете. Везите его в следственный отдел и арестовывайте этого гада. Дискуссия о том, является ли известность и популярность смягчающим или наоборот отягчающим обстоятельством, ведется уже не первый год. Однако Ефремов далеко не единственный известный и влиятельный водитель, севший пьяным за руль. Но гнев различных экспертов на ток-шоу в адрес актера Ефремова было не остановить. Однако те же эксперты на тех же ток-шоу накануне не обсудили, например, смертельное ДТП в Воронеже. Авария произошла 9 июня, 3 человека там сбил полицейский. Не вспомнили и ДТП 10-летней давности, виновником которого стал вице-премьер Лукойла. Трагедия, виновником которой стал Ефремов, кошмарна. Пропагандисты злорадно оттаптываются на политических взглядах актера и требуют применить к нему самые суровые меры. Хочется им напомнить про другую похожую историю, еще более кошмарную, произошедшую ровно 10 лет назад. В феврале 2010 года вице-президент Лукойла Анатолий Барков в бронированном «Мерседесе» с мигалкой столкнулся на Ленинском проспекте с небольшим «Ситроеном», двигавшимся по встречной полосе. Пассажиры малолитражки, 2 женщины, одна из них известная на всю Москву врач-акушер, погибли. На место аварии съехались высшие чины МВД. Номера у «Мерседеса» скрутили. Барков с места происшествия таинственно пропал, а заодно исчезли из записи с камер. В результате погибших женщин, несмотря на свидетельства очевидцев, признали виновными. Барков спустя 3 года ушел на почетную пенсию с почти 1% акций «Лукойла» в кармане. О том, что Ефремов не раз ездил пьяным за рулем, сообщают многие федеральные СМИ. Да и количество штрафов у актера исчисляются десятками. Только 2 на 5 тысяч рублей ему выписали
в день роковой аварии 8 июня. Еще 11 на сумму 36,5 тысяч рублей не оплачены. По некоторым данным, с начала 2020 года Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Возможно, если бы актера все-таки лишили прав, это не привело бы к трагедии. Виктория Столярова, новости ТВК.